памперс. Все, упаковался. Ты что, снимаешь? Трусики? Слышишь? Запасные? Себе? Ты снимай теперь поближе, потому что я плохо вижу уже. Он сегодня у врача был. Ему очки прописали. Но только тогда, когда он смотрит кино или монтирует видео. Я кино не смотрю, я монтирую видео для людей. Поэтому у меня устают глаза и немножечко куда-то там село зрение. То ли вперед, то ли назад. Но доктор хороший был. Друзья, всем привет. С вами Дискреб Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки. Петь не буду и смеяться тоже. Помимо того, что у меня зрение село, еще и голос пропал. Короче, мы сюда приехали зачем? За помидорами вкуснейшими, что мама дорогая, еще и цена, говорят, должна быть хорошая. Ну, таки метра. Ага. Это я пару дней хожу по Одессе, бегаю, короче. Как хожу? Ну, бегаю. И ору, това дури, кому свежая, това дури, кому лучшая, това дури. Эх ты, мама дорогая, това дури. Готовить будем с Маратом в субботу. Ага. Так, хорошо, на... хоть не петь, Сережка. Чито грито, чито маргарито, да, да-ба-да-да-ба-да-да. Чито. О, видишь? Тут и голос звонкий не надо. Короче, погнали в метро, купим мороженое, помидоры. А что еще для того дури надо? Бери коляску, поехали. А, ну и ребенка. Но он не по рецепту. Ребята, гай-гуй. Ну как сказать? Ты что? Если я сегодня буду глазово, так я тебя к дурному доктору отправлю. Ты что такое говорить? Ой, чуть не врезался. Кто мне говорит, что он меня к дурному доктору отправит? Виликс? Ребята, кто не знал? Да не благодарите, елки-палки. Вот век на лодке не кататься. Лучше. Ух, я теперь понимаю, почему Дениса жена выбрала. Почему? Да он лучше всех в Одессе жарит, елки-палки. Ты видела? Красавчик. Такое мясо забабахал. То ли гриль, то ли Денис, то ли они вместе. Ну, я хорошо подсматривал и замечательно запомнил. Так что следующее мясо. И вам таки здрасте. Что, айда с нами за помидорами, не? Все, оператор, догоняй. А ты же сказала, тебе там какая-то колба нужна у Дениски. Что это? Или... Ты, колба, кишечка. Что ты говоришь, что тебе что надо? Это газ с баллона отсасывать, поняла? Ну так я ж про нее же и говорю тебе. Ты успокойся, ты. Нет, а мне тоже, короче, просто к Дениске надо. Мы ж купили эту газовую горелку на 14 киловатт, чтобы зимой дрова экономить. А нам надо редуктор и шланг двухметровый. Вот. Колбочку, я же сказала. Какая колбочка? А мне нужен контакт. Слышишь, он опять куда-то уезжает. Ну, он, наверное, что-то продал. Ты что, скажи мне. Я пакую, привет. Я понял. Дайте покой, да? Вот это да, Катюня. Ой, какой малыш симпатичный, соберочек. Шо, это лучшее, что может быть. Ты бы хотел такого? Смотри. Вот это вот? Дёня, не ревнуй. Все-таки сабер у него любимый, слышишь? Агрегат, да подожди ты, я уже не знаю. Мы будем спорить. Конечно, на куда террасу? Живу это еще? В смысле, на балкон? На квартиру, да. Да, да. Да. Маленькая однокомнатная, что тебе для семьи надо? А чего мы себе не поставили вот там, где мы жили? А раньше? У нас балкона нет. У нас теперь, как это, у нас на нашем балконе попугай живет, понял? Все. У него больше, чем вот этот гриль место. Ёшкин кот, да? Ты что? Дёня, пока ты не уехал, я вовремя, дай мне, как она говорит, кишечку, не, колбочку. Дай мне шлангочку. Редуктор ты имеешь. И редуктор, все. Дениска, ребята, а мне дай номер телефона. А ей номер телефона печек. Вот этих ребят, которые печками занимаются. Номер телефона, все. Слушай, а мне еще нужна вот такая штука. Ты же мне планчу подогнал. Это для планчи? Это отдельно, оно в комплекте все серое. Все, я понял. И лопатки. Зашел, зашел, слышишь, зашел. Ладно, ладно, сейчас, сейчас люди будут писать комментарии. Зашел туда-сюда, нагребаешь. О, а что ты молчишь? Ребята, вот это я никому... почти не показываю. Их разносят что так, что пипец. Щуп? Недельку, серый, максимум недельку, они уже где-то на подъезде. Там серьезно? Заказывайте уже, Дениски. Ребята, я понял. Те, кто не знают, вот это, тихо, это ты успокойся. Это в рот, да, вставляешь? Ты что? Чего? Меряешь температуру? Ну, если у кошечек и собак, то не в рот. Не, ну я об этом... Не за словом будет сказано, короче, не в рот. Мясо. Это в мясо втыкаешь вот так вот. Угу. В духовке, в гриле, где угодно, в яме на глубине а 42 показывает? Метра. Показывает на телефоне. Вот здесь вот тебе температурный датчик, Bluetooth, Wi-Fi передатчик. И ты на телефоне себе видишь, какая у тебя температура, понимаешь? Без шлангов, без ничего. Шикардос. Дёня, какой радиус действия? Если это
10 метров, есть 50 метров и 50. А вот это тоже оно? Не, вот то другое, то набор шампуров. Катюня, не позорься, отойди немножко в сторону. Самое крутое от этой батареечки, он заряжается 100 раз. И хватает одного заряда 24 часа. А, так это не просто деревяшка, это еще и зарядное устройство. Да. Так что, уже можно забронировать такие штуки? Ты что? Конечно, можно. Ребята, это так, мне такое только снилось. Это буквально недельку едут, но это эксклюзив в Украине. То есть сейчас продают китайские, а это именно оригинальные американские. Кто знает, тот поймет. А тебя уже Хмельниц заказывал, да. Хмельниц? Ты что, красавчик, я за тобой крайне в очереди, так что... Ты не стоишь не китайский, а американский, все нормально, что было. Сережа, а это вот не такая доска, как у тебя? Это? Ну, это погуднее. Не, это получше, слышишь? Ты что? Хо-хо-хо! Нифига себе! Хорошая. Да тут счастье для вдруг того, кто любит жарить. Я вам Катюшке сказал, до меня дошло, короче, почему тебя жена твоя выбрала. Потому что ты лучше всех в Одессе жаришь, ты понял? Глаза. Да, именно красавчик. Ты что, так мясо отжарил, что прямо аж не стыдно показать было. Ёлки-палки. Короче, сюда мне хомут и все, да? Редуктор на баллон. Да, разберусь. Так же самое, редуктор наш 2 метра. Скажи мне, вот тот большой соус лишний? Вот это? Да. Я так и не спросил, Серый. Хорошо, спроси, будет, если лишний, давай, потому что да. У меня люди такие. Они же приедут. Да, люди, у меня, знаешь, как просто, дай мне тот соус, любимый Цукерберга. Ну так нельзя. Нельзя так. Дали помазать, короче, и все, и что? Как это? Приспуси. Ты ребенка там оставил вообще, прямо вон вообще. Так все знают, что это наш, ты что, не тронут? Пробовали уже жарить. Ребенка? Нет. Нет, еще пока нет. Я еще не могу отойти. Это просто шедевр, блин. Я так именно такого вкусного мяса поел. Спасибо тебе. И банан твой был лучше всех. Здесь уже заказали тоже 2 человека. Когда посмотрели видео? Малыши, да. Ребята. Вот малыши уже заказали. Вот это спасибо. Один ходит, сомневается. Смотри. А что тебе ходить? Не надо ходить. Хорош сомневаться. Я сегодня сказал, что берем этот R2-D2 или как там 200 этот. X200. И едем в Вилково. Вилково пошел сом. Хороший. А я видел, есть... какую-то фотку. Да, а ему шо? Мало. Это... Ну там был. Там да. был. Я хочу поймать, задушить, отрезать и пожарить лично стейк. Короче. Сколько денег? Да я знаю. Не, скажи мне, здесь или там, или на кассе. Или... А, у тебя же своя касса, да? Вообще своя касса. Все, да. Дай ему просто денег. Дай. Просто дай денег. Давай, да. Он со всех берет. То есть он знает выходы на всех, и у него получается. У него пром есть свой. Ты что, у меня счастье случилось, я уже. Шлангочку взял. Еще я могу сказать, что я тебя, да? Оператор неугомонный, так и хочет в нашем доме сделать дырку и всунуть туда печку. Он сейчас с Денисом договаривается. Он поймет, кто это. Я его знаю. Ох, это, ох, это и подарок. Ёшкин кот. Сейчас пишу. Да ты шо, да ты шо, особенно топор. Ага. У него персоник, как бы. Мне кажется, в этом наборе только тарелка лишняя. Шикардос такой. Хорошо. Когда у Марата днюха. Уже будете разговаривать. Парки. Хорошо, ребята. Спасибо большое. Ты что? Я сюда захожу, Денис а после меня я ему даже пол говорил, моет. Что с этими, пока а ну текут слюни у меня на это все. Ну как это так, на елки-палки? Ты что, что это такое, Оклахома? Охренеть, трактор самый настоящий. Точно. Ты что, я походу не в той бурсе учился, надо было вот здесь. Сдавать есть, на права, и трубы хорошо. Есть, шикардос. О, это как у меня на Т-150. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум, только наверх поднималась, когда газу даешь. Сережка не хочет, а я хочу. Не, ну с одной стороны, оно очень круто. Что вы там говорите, если я тут снимаю? Ладно, короче, говорю, что ты не хочешь, а я хочу. Кофе можно сварить, правда? Все что угодно. Короче, идем цены снимать для вас, ребята. Будьте нам здоровенькие, имейте шикарный аппетит и замечательное настроение. Все, ребенок, как и договаривались, никуда не уехал, потому что таки наш. Все. И где тут в этом метро помидоры? Тут есть, походу, все. Да, я знаю. И стекло, и что надо для счастья, еще и по хорошей цене. Защуп? Защуп, да. Маяч. Потому что, ну, у меня хоть один должен на витрину остаться. Это по-любому, елки-палки. Я только сейчас увидел, что там есть комплект из 4 шупов. Это когда целого, короче, кабана. Не, я понимаю. Где-то глубинка, где-то жопа. Место, да, вот, молодец. Удобно на вертеле. У тебя есть несколько вертелов. Ты втыкнул, потому что вот такой вот он будет путаться. Да, а да, 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 да. Вертел крутится. Этот втыкнул, и он вертится, и все готово. Ты сразу увидишь температуру себя. Надо же тебе придумали, американцы. Молодцы, ребята. Ты что, Дёня? Там еще полная приложилка в комплекте. Да?
Тоже в подарок идет? Тоже в подарок. Все, я ушел за тачкой, тебе хорошего дня. Давай, а людям ты таки передавай привет на этом шикарном балконе. Эх ты, лучший балкон в Одессе. Ты посмотри такой, ну как это? Ну Rolls-Royce. Скажешь... Пожизненная гарантия, нержавеечка 304. Да я знаю, скажешь, что Липован для вас полировал лично. Ребята, бесплатно, от души. Я за тачкой, я за тачкой. Оператор, давай мы уже оставим Миланию здесь. Дениска только сказал, что у него у малой зубы резались. Так он, наверное, хочет отдохнуть. Слушай, а он, так, наша удобнее, у нашей уже прорезались. Шо? На следующей неделе поедем смотреть печки. Это здесь недалеко. Печечки. Я ничего не вижу, у меня зрение плохое, елки-палки. Походу, тебе и уши надо проверить. Ну, скажи мне, ну нафига тебе этот дом друшляк, елки-палки? Ну, чтобы сделать ее, это же надо продырявить. Слышишь, пока нас сильно не занесло, как обычно, давай снимем людям за цены. Давай. Ты что думаешь, нас смотрят из этого, как это? За все. Из-за печки в доме. Нас смотрят чисто за цены, ребята. Смотрите внимательно, почем вот эти ведра. Разная цена, да, разная. Думаешь, пошли. Очень, да. Очень важно людям, да? Очень. Это он съехал так с базара, слышишь, что я его за печку. А чем это там, ты посмотри, скидка да, 999 гривен. Да, даром, да, даром, да, на шару. 700 гривен скидка. Что, это шутка тебе? Что? Катюша, я просто не знаю, что тебе удобнее брать, так чтобы ты шла правильно. А я иду. Не меня снимала, а цены. А что, вот тебе прям шампуни нужны? Салфетки. Слушай, если так подумать, то нафиг они вообще надо, кому эти цены. Но тебе, если надо салфетки, ты тупо идешь за салфетками. А, я просто думала, что разные. Ребята, я понял, смотри, салфетки от 13,60 до 70,60. Капец. Ладно, короче, обзорщики цены с нас еще те. Я думала, что мы еду пойдем показывать, а не просто так. Помимо еды, вот здесь есть тряпочки для пола. Коробочки покажем, это то, что я люблю. Вот это очень удобные коробочки. У нас есть разных калибров. Очень удобные коробочки. Розовый цвет симпатичный. Да, Сереженька? Катя? Ты сказал, показывай цены. Выключай в себе эту сороку. Идем, оператор. Идем. За помидорами пока не разобрали. Потому что я так громко кричал в инстаграме «Тавадури, Тавадури», что сейчас пол Одессы срочно захотят его готовить. Ты хотел песок для котов взять. А что здесь есть? Ну, пойдем посмотрим, такой или не такой, но какой-то есть. А в ресторан нам вода нужна, Моршинская без газа и Кривоозерская. Это там. Там мы сейчас все наберем. Вот какой-то песок. Кепсан. А Ты в такой пробовал ходить? Я? Да. А как? Обычно унитазом пользуюсь. А ты? Ну, я не пробовал. Просто я в том плане, что подойдет нашим кошкам, удобно будет. Короче, мы один приоткрыли, оператор попробовал, а неудобно. Что? В зубах застревают. Кто? Так кто? Песок. Песок для котов, да. Моршинскую брать? Да, без газа. Один, две? Бери две. Почем? А что это? Кому-то надо? Ты же сказал, надо. Ну, если берешь две, то по 159,90. Отличная цена. Считай, еще две надо взять. Ребята, те, кто не знал, девиз метро: чем больше гребешь, тем больше экономишь. Ага, только на кассу приходишь и офигеваешь от того, что ты нагреб. Ну, как есть, а шо? Ну. Поэтому такие все тележки там двойные, тройные, это мы ходим, он одна ни о чем. А люди как нагребают, так нагребают. Знаешь, сколько они экономят? Ты даже не понимаешь. И денег много остается, и товара прямо аж бегом. Скажи мне... Что? Ты куда? Есть? Что? Вон. Пенка? Да, да, да. А да. Мы же взяли домой. Ну, мы-то взяли. Еще раз покажи людям. На самом деле, ребята, вот век на лодке не кататься. Сережка кайфует. Не реклама, а просто рекомендация. Блин, я не думал, что вот так вот половинку нажимаешь, чуть-чуть немножко пены, и пол раковины посуды вот эта вот штука вымывает. Смотри, очень а вот это для посудомоечных машин.
Скоро нам пригодится, да. Нам в наследство посудомоечная машина досталась. Да, раньше у нас не было. Угу. Я ручками своими бедными мыла все время. Хорошо, что во мне живет нет-нет, да джентльмен. Да, она мыла. Мы пахали я и трактор, особенно она. Подожди, мыла. А кто? Что? У нас просто семейные идеи. Да ты только у нас, ты у нас то дома ты, только то освежителем то пользуешься, то елки-палки. У нас вообще нет освежителя дома. Ну, конечно, после тебя... Пустые... Подожди, мне надо в порошок подойти. Что? Пустые баллончики. Ну, иди уже, понюхай раз. Видишь, скидка какая, Сережка? Какая? Ого! Блин! Так возьми. Что взять тебе? Ну, то, что акционное. Да успокойся, что ж все подряд брать, что ли. Хорошо, а есть что-нибудь, чтобы мне капнуть сюда на шорты? Чтобы пятно исчезло. Что ты смеешься? У меня какое-то аномальное явление. Да, на, он на приходит, двух шортах в одном месте вот такие пятна. Начинает стругать деревья, а потом у него везде какие-то пятна аномальные. Вообще интересно, мне надо узнать, где, откуда у тебя такие аномальные пятна. Которые не висируются? Да. Ты и проявляются. Сказала, ты сама сказала, сок деревьев. Причем, когда я стригу, это я, это мы так все предположили. Сотроки уезжают чистые, она их кидает в стирку. Каким-то там порошком их стираешь, может, ты вообще порошок не кидаешь. И достает с машинки вот с вот такими пятнами. Может быть такое? Может быть, Сережа. Возьми Пепси порошок, вот это вот хорошо это стирает. Это персил называется. Ну... Понимаешь, персил. Персил. Возьми персил. Персил. Да это большое, я не хочу такое брать. Все, давай я отключусь на секундочку. Я возьму тебе нужный порошок, не переживай. Давай. Сережа, вот твой товар, я считаю. Что? Ты видишь? Free from... Free from? Только натуральные ингредиенты. Как я люблю. Чтоб не было сильного запаха. XXL, мой размер. Ёлки. Ты решил такое взять? Не знаю. А что там внутри? Да капсулы какие-то, наверное. Я таким не умею стирать, я тебе сразу скажу. Какие-то имплантанты. Что это за химия там внутри? Ну, бери, так, попробуем. Серьезно? Ну, а что? А ты не знаешь, что такая скидка дурная? Не знаю, наверное, плохой. Наверное, никто не берет. Ну, давай возьмем. Ребята, если что, не берите, ну, его в баню. А ты что взяла? Ну, я взяла вот это, думала попробовать. Так, мы ж... А зачем нам столько? Ну, бери. Персил вообще хороший порошок. Но я таким не умею пользоваться. Я такие порошки не люблю. Я вообще не знаю. Они пахнут, я не понимаешь? Знал. А я люблю, когда они пахнут. Сыпучее должно быть что-то. А как ты будешь это добавлять? Я так понимаю, что ты кладешь вот эту вот резиночку туда. Четыре штучки в одну машинку? Четыре in one. Четыре в одном. И отстирывает, и отбеливает, и... И все натуральное? Ухаживает. Все, берем. Наверное. Ты мне главное, чтобы вот этого позора не было, слышишь? Это мы сейчас стоим, выбираем, она мне говорит, может, не будем брать порошок? Может, я заказала, но еще не приехала. Хорошо, я говорю, а так, а чем же ты стирать будешь? Или у нас дома есть немножко? Она говорит, нет вообще. Так, Юра, как же ты стираешь без порошка? Просто тупо кидает в машинку и достает. Освежить надо. Ой, Сережа, Сережа. Все? Что, спит Бубочка? Поехали. Так, мне еще нужна Кривоозерская вода. Галкина, не переживайте, вон там. Все с собой, на да. Всякий случай. А то я, как я переноску не беру, так сразу спрашивают, либо может, ты пиво хочешь продал? Домой блок какого-то вкусного взять? А что здесь есть вкусное? Ну, вон, я смотрю, разный ассортимент. Слышь, а что у нас случилось? А что? Это ты мне так жалеешь, потому что у меня зрение село? Ты же меня все время с этого района гоняешь. Я пошутила, Сережа. Нет, уже нет. Так я не знаю, какое теперь вкусное. Ты хочешь, чтобы я за тобой шла? Не обязательно. Я сам выберу. Ты слушай, что-то... козел когда-то было вкусное, хочешь? Не, чтобы я, не чтобы я козла пиво, выпил. Сережа, выпей себе козла. Главное, чтобы ты только не был. Две достаточно тебе. Да. Да. Скромняга мой. Пошли. А может, чипсы хочешь? Катя? Ты что? Ты хочешь сказать, не заболела я? Мне кажется, что тебе надо точно. А вот помнишь, мы еще вот раньше брали пиво? Бланш? Да. В годы нашего знакомства. Там оно сильно яркое. Чего, было вкусное тебе раньше?
Дорогое, правильно, не бери. Нечего транжирить деньги. А я все равно не вижу, сколько стоит. О, вот я считаю, что вот это хорошая, Сереж. Какое? Судя по цене. А вот старая Прага. Так я не понял до сих пор, что у меня дальнозоркость или близкозоркость. Бельгия. Ой, это красное, наверное, какое-то. Ты не знаешь? Бутылочки красивые. Вот Hugh Garden. Вкусная. Слышишь, то я дороже старопрамина ничего не пил. Как это не пил? Вот пил. Так это. Тебе присылали. А я же не знаю, сколько оно стоило. А вот еще Stella Artois раньше была очень вкусная, помнишь? Ой, тоже Катюша, пошли-ка за помидорами. Вот, а? Сереж, твой вариант. Угощайся. Спасибо. Еще одну? Что? 1715, правильно? Вот тебе куда надо смотреть. Ноль. Безалкогольная. Тихо. Хорош. Ты чисто гонишь с меня, елки-палки. 26-14. Ой, я вот люблю вот это пиво. Если и пить, то вот его. Корону? Да. Ну так давай я возьму парочку. Нет, мне не надо корону. Так я не для тебя. Я себе, чтобы тебе приятно было. Ты смотрела мультик про суслика, который горох за него ел? Не дождешься. Вот это вот такое у нас. Вот-вот. Я тебе сделаю. А где мой горох? Так я за тебя его съел. А ты за меня зарядку сделала. Так, хорошо, ты говорила, на лимонады надо? Да. Отойди, Катюшка, в сторону. Отошла. Так, какая? Озерская? Озерская. Добрый день. Здравствуйте вам, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Катюша! А что, я не знаю, где она. Заблудился? Мы не прошли ее? Кривоозерская. Привет, Липован. Что, не нашел? Нет этой воды. Угу. Может, там наверху на полках есть, но я ничего не вижу. Здрасте, это я вас умоляю. Хэви метал. Салют. Ходим, ищем воду. А у меня село зрение, так я теперь, получается, сюда уже больше и ходить мне незачем. Мы теперь будем про твое зрение долго слушать вообще? Ну пусть люди знают, а что? Вообще-то люди, когда у них что-то со здоровьем, они расстраиваются. А тебе, смотрю, я весело. А? Чего ты веселишься? Потому что доктор сказала, что в вашем возрасте расстраиваться уже поздно. Я тоже так считаю. Ага. Не, она сказала, что... как это? Зарядку надо делать. Для глаз? Да. Там есть такое упражнение. Ну вот. На шпагат. И сводишь, и сводишь. Вот. А ну. Как только ты... я забыл, сколько раз подходов делать. Почитаем, Сережа. Ты мне капли купи сначала. Куплю. С витаминами. Еще что надо сделать? И очки заказать. Закажем. Тебе в красной оправе или в зеленой? Я возьму у Марата поносить. Нет, я не пойду. Тебе такие круглые надо. Чего? Серьезно? Не пенсне, а ну-ка скажи мне, как? Ларнетка. Ларнетка. Все, едем за... Короче, отбой Тавадури. Едем на барахолку. Мы поедем в воскресенье на барахолку. Ладно. Ну, я поеду, а ты как хочешь. Хорошо, давай, нет этой воды. Все. Не будет лимонада. Знаешь, когда будешь пиво в неограниченных количествах пить? Что-что? А уже все, не делает он так. Что там? Хотела тебе сказать, когда пиво будешь пить в неограниченных количествах. Когда? Вон там собачка на руках сидит у женщины. Ага. И лапками так просит. Тык-дык, тык-дык. А, вот так вот? Слушай, хорош гигикать, покажи, уже все раскупили, елки-палки. Пошли собаку покажем. Если не ошибаюсь, помидоры где-то здесь.
Что, ты вернулся? Что? Ты вернулся? Помидоры, говорю, где-то здесь. Я там оставил тачку, но надо идти искать. Ну, пошли. Собака все равно уехала. А что, мы сегодня собаку снимаем? Очень симпатичная просто. Да. Ты иди хоть мясо сними. Не, я туда не пойду. На, бери. Оставь ребенка. Там холодно, я не пойду. Ну, с ней там будет холодно. Идем вдвоем. Иди, пожалуйста, не пойду. Ты идем, я прикрою тебя. Я не хочу. Ребята, от всей души, если вы смотрите, вы не узнаете, почем в Одессе мясо. Угу. Спасибо тебе. Здесь покажу, 230. Пожалуйста. Та стегнова частина, свиняча. Ну и хватит. Нет, так лучше хоть отсюда я покажи. Не пойду покажи туда. Отсюда за стеклом, тебе что, жалко? Пожалуйста. Все, я отказываюсь с тобой работать. Пошли. А ты, оказывается, со мной работаешь? Я думала, ты меня просто любишь. Так ты меня используешь, Серёжка, получается? Мы же с тобой не были в ЗАГСе. Не были. Поэтому неизвестно. А там пишут, что ты меня не берешь замуж. Ну, беру, только не в ЗАГС. Не берешь. Непристойно иметь трое детей от тебя и не быть с тобой. Так может, не все от меня, никто же не знает. Да, это только я знаю. Разглядывая сосиски. Очень вкусные. Пошли. Так ты пойдешь людям мясо показывать? Я вот могу показать, например, Катюша, тушка курки. Ну, я тебя прошу, да. Ну от всех телезрителей, елки-палки. Ну вот Галкин сейчас сидит в Америке, ему плохо, вот он хочет, а он не знает. Вот только ради Галкина. Галкин, красава, для мама. Заходи. Ну Дубай. Что? Да. Ну вот тут просто золотун. Быстро вон то показали и вышли. А ты вот это покажи. Смотри, было 114, стало 95. Это что-то кульки-пульки, непонятно что. Но я пробовал. Что, ты мне понравилось? О, стейки мои любимые, языки заморские, мясо непонятное какое. Ой, есть мраморная сабука. Что? Ну ничего. Так, тибоун. Свежан тоже хорошенький. Блин, вот, короче, когда будете жарить, вот это мясо вкусное, да покажи ты людям из того, что я уже знаю. У меня это шедевр, это шедевр. Дешертом проезжаем метро. Рибай. Ладно. Жарко. Ага. А вот такие красивые. Жарко. Прямо с перцем. Я лучше вакуумирую. Это что такое? Что это такое? Рибай с косточкой. А широкий какой? Шикардос. О, а что это за колбаски такие? Это не колбаски, это фарш называется. Ух ты шо, Катюша. Почем она? Я все время мечтаю тебе вот такое сделать. Сереж, можно я уже выйду? Да иглом. Я не хочу, мне холодно. Да ты похудеешь здесь, елки-палки. Я не страдаю ожирением, между прочим. Иди, я только сало тебе покажу и сразу валим. А вон твой кусочек справа. Да вот ты, посмотри на эти ребра. Все, я беру. А что, ты будешь его облизывать? Приготовим. Давай, как раз в нашем чарбройле. Я утром выхожу, ты еще спишь, кидаю их на гриль и вечером достаю. Представляешь, что это будет? Что? Сухие ребра. Да, Катюшка, так они и жили. Ох, как тут тепленько. Бери колясочку. О, лосось акционный опять появился. Ой. Бегом. Ты меня заморозил, Сережа. Обычно греют любимых людей. Не-не-не-не-не, Марат сказал большие банки брать. Подожди, томатная паста. Он сказал взять хорошую. Well, да. По-любому хорошая. Однозначно. Тем более что? С бабушкиной грядки. Две берем по любасу. Хотя зачем ему две хватит и одной, да? Конечно. Серёж, что там у тебя опять? Тушка качки, смотри. Ты что, сегодня по уткам, да, понесло? Ну, что-то очень захотелось, угу. Да. С яблочками? Смотри, угорщина. Ну, вот чем она угорская? Ну, что, упаковкой
дороже нашей. То ли дело наше, да, украинское. 124,90. Да, потому что мы не картинку продаем, мы продаем содержимое. Конечно. Вот тебе и все, конечно же, все. Да и вообще наша украинская лучше ничего быть не может. По любасу. Так что, да получается, за одну такую может три наших взять? Ты понимаешь? До меня дошло. Что? Все. Надо больше есть и меньше тратить. Что ты какой-то опечалился? Я не могу помидоры найти. А, вот, наверное, все ближе, где-то здесь, да? Помидоры малосольные по-любому где-то здесь есть. Вот, вижу, все, ура. А есть банки трехлитровые, не подскажете? Есть. Не трех, но большие. Катюня, нашел. Так, огурки е. Ну, даже грибы есть в трехлитровых банках. И перчики, вон, смотри. Ух, тут все, что ты всего хочешь, наконец-то. Подожди. Нашелся тот ряд, ура. Вот это вот. Ой. А тебе маринованные потребны? Хуторок. Вот томаты маринованные. Диви. Так давай вот такие вот возьмем. Так там так огурцы у тебя полбанки. Здесь? Да. Тьфу, елки ты палки. Сейчас ты наберешь. Так я ж беру закусь. Какую закусь? Как будто бы ты употребляешь что-либо. Вот бери, пожалуйста. Томаты маринованные. На Тавадуре Семирас? Сколько тебе нужно банок? 3-4. Марат сказал 2 трешки. Две трешки? Я подкачу телегу. 2 трешки. Это значит, нам надо 1, 2, 3. 3, 6. 8 баночек. Сколько? Ты как рахуешь? Ну тут 800. Ну, 4. А я только что видела вот другое. А, ты не туда смотришь? 900. Так если вот этих, тогда надо вообще там. А, ну не умничай. Все взять. Наверное, не сезон, Сереж. Катюня? А вот смотри, нежен есть. И что? Хорошее, вкусное. Откуда ты знаешь? Ведчутя у меня такое. Да возьми хоть разных по чуть-чуть. Давай. Так, тут что у нас получается, какая емкость? 900 грамм. Вот я беру 3 такие. Угу. Правильно? 3 такие, да? И остальные доберем другими. Раз. Кидай. Марат, Джан, ты видишь, как мы трепетно выбираем, да, продукты на Тавадуре? Это лучший Тавадуре получится, где бы вы ни ели. По-любому. Я его, конечно, ни разу не ел. Ну, я так понимаю, что оно а будет в Грузии кислое были, надо такое, было, да? Так марабельку это возьму. Это мясо. Так подожди, ты не путай, елки-палки. Это чистое мясо в густой подливе с помидорами, луком, специями и аджикой. Все. А мы макарончики подварим под это? Нет, лепешек напечем. Погнали. Слушай, а на самом деле очень даже тебе, ну, вот это все, что очень ты хочешь. Красиво. Прямо посмотри, все, что ты хочешь. Маслята маринованные, шампиньоны маринованные. А вот это вообще красота какая. Огромная. Слышишь? А каша гречневая, а? Бери на ужин. Со свининкой. А? Да. А что ты хихикаешь? Давай. До зрения помогает. Давай. Так, что это? Сосиски куриные в баночках. Вот не знал, что такие бывают. Угу. А? Слушай, надо чаще выходить. Мясо до курей. Блин, я понял. Может, я давно уже плохо вижу, а? И что? А что оно для меня все как в первый раз? То ли товара нового заехало много? Наверное. То ли что-то произошло? Ну, поехали, Сергей. А чё ж нет? Хай-гуй. Здрасте, здрасте вам. Катюня, ты так хорошо снимаешь, что за тобой люди очередь занимают. Прям. Вот это что, как ты думаешь? Манговое пюре? Это пулпа какая-то. Пулпа манго. Может, ты плохо видишь, Сереженька? А? Может, у тебя повылазило? Пулпа манго. А что я не то почитал? Коала написано. Коала. А это? А это вот, может быть, и не знаю. Коала название, а это содержимое. Альфонсо? Что? Альфонсо? 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 Да.
Так для тебя точно пюре. Это Альфонсо себе мажут, короче, и потом выходят люди? Не знаю, Сережа. А что феромоны ближе к тебе прилипали? Что? Спит, ну, вообще, как спит на природе, елки-палки. Ребята, атмосфера здесь хорошая в метро. Ты видишь, даже дети спят. И им ничего не мешает. Так, ну поехали. А что вот это в пакетиках? На самом деле? Ты так, смотри, что? Может, тебе такие помодори нужны? Это вяленые томаты. Вяленые томаты не надо? Это вяленые томаты. Это так вкусно. Ого, их здесь сколько. Марат, а чего нет? Ну, вон есть сверху поменьше, если что. Чтоб не испортились. Жадная Катька. Да, да, да. Их уже сюда испорченные уже засунули, ты понимаешь? Поэтому они не портятся. Пойдем поставь на место. Марат, извини, в другом рецепте. А он потом скажет, надо было взять. Слышишь, что я тебе хотел сказать? У меня уксус заканчивается. Где он? Это я его так. Это я его так людям рекомендовал, что он. Нет. Это вот такой был. Вот такой только яблочный. Ну возьми виноградный тоже. Да нет, уже да, все. Ну какая разница? И уже я расстроился. Ну будет у тебя такой, тоже хороший. Нет. Пошли, Катюшка, потом подловим. Так, что еще? Щедридар. Давай бутылочку масла возьмем домой. Какого? Обыкновенного. А что, у нас масла нету? Дома нет. Вот беда, беда, огорчение. А где они? Начинаем. Обыкновенное вот же масло. Масло перед тобой. Все. Но это домашнее. Я сейчас слышу, плохо вижу. Она-то какое? Наверное, стерилизованное. Судя по цвету? Сонечника, рафинована тоже, кстати. Чумак. 71. Все. Что-то сильно большая разница. Щедрый дар. 63. А если две возьмешь, 49,90, представляешь? Так что взять маме? За 40 гривен. А от нее жоги не будет? У мамы? Смотря с каким настроением ты ей дашь масло. А от всей души с хорошим настроением для вас, Татьяна Михайловна, за 49,90 завезем масло. Так, там нам ничего не надо? Там соусы. Пошли покажем рыбу людям и поедем домой. Погнали. Ох, и ассортимент хлеба. Ты шо, ты шо? Хорошо обниматься, идем за хлебом. Только бы не обниматься. Катюня? А. Что? Тебя Толик, если не ошибаюсь, спросил картошку фри взять? Да, нет? Говорил, что если будет, то взять. А что тут? Ох, свежак. А что-то эти красные сухарики мои любимые пропали, ты видишь? Дети. Ну ничего. Экономишь бюджет сухари. Я тебе с этого насушу. Нет, так я что очень... такой длинный беру, чтобы по-братски на двоих водила? Еще раз, а картошка фри тебе надо или нет? Тебе брать? Толик сказал, что можно взять, да, на всякий случай. Она где? Понятия не имею. Замечательно. А ряженку домой? Так идем возьмем, что ты качишь? И сыра можно кусочек мне взять. Вот тут. Миндальная, кокосовая. Сереж, ты идешь? Пшеничная. Сереж. Ё-моё, слышишь, мы что, в будущем?
Чего? Там уже молоко, молоко коровье, коровьего уже, походу, не осталось. Вон ряженка. Наверху. Какие хочешь? Бери вот штучек. Это? Сколько тебе? Хватит? Нет, конечно же. Штучек 6-8. Сережа. Не стесняйся. Мне стыдно за тебя, если что. Ты что, людям оставила одну баночку? Ну уже забери ее хотя бы, чтобы как будто бы не было. Вот подойдет такой же человек, как ты. А вдруг захочет кому-то две. Очень захочется, пусть шо? Возьмет хотя бы одну. Ну так оставь вторую хотя бы. Пошли. Хорошо, а что мне делать? Как мне ехать? Я возьму коляску. Что тебе еще надо? Давай быстрее. Кусочек сыра может быть. Не, я пошел в тачку. Давай, а я возьму кусочек сыра и приду. И приходи. По скидке. Что ты говоришь? Лосось по скидке. А что ты не видишь? Если только 4 дня, 459 гривен килограмм. Отличные кусочки. Блин, может еще раз исполним, а? Я просто вспоминаю, это так было очень вкусно. Гриль, конечно, было шедевр. Вкусно, да. Раз-раз на коврике. Кстати, коврики блюдо у Дениса. Что? Вот это блюдо тогда как же? Да ладно, нет, с ним в метро ходишь, там как это, неделю, нет, через нет, неделю, да, акция случается. Ты бач, какой красивый. А тут что тебе, что хочешь? Амур белый, сюда как рожденный. Мой в морепродукты. Креветки, мидии, устрицы. Что хочешь? Где устрицы? Где? Вон в ракушке. Слушай, из как это? Угу. Неисполненных мечт. Что у тебя есть? У меня ракушки от Рапанов лежат. Да. А Рапаны я людям таки не приготовил, запеченные в ракушке под сыром. Ты. А у меня такой рецепт есть. Что делать? Тебе что-то надо, скажи, или нет, Катюша? Мне? Карась вон там есть. А? Карась. Как? Так, вон, смотри. Куда смотреть? Вон. Карась. Бери. Слышишь, я еще раз, я плохо вижу, куда смотреть надо? В самый конец, вон туда. Опа, карась. Карась? Да. А ну давай сейчас договариваться будем. Иди, выгребай. А карась сильно красивый у вас сегодня? Карасики малые. Да? Дуже? Прям? Ага. А ну. Ага. Да, покажите, пожалуйста. Да, а много вас его там? Давайте. Заворачивайте, да, все. Сережа? А что это? Ты что, я, а? Что это? Что это? Что это? Так а что это? Кто? Тараканы? Нет, это чернила, наверное, каракатицы, если я. Я просто плохо вижу. Да, точно. Ты правильно сказал, да. Все. Ох, щупальцы. Блин. Зачем ты меня сюда завела? Вибачте, товар тимчасово відсутній. А это что, галюни или что? Да. Я понял. А, мне сейчас можно все тулить. С этим зрением. Хочешь? Не хочу. Катюша? А я все равно не хочу. Вот эту? Я не очень. Я раньше как это ел, и мне говорили, что это палтус, и я очень сильно верил. Ну ты просто не ел палтусом. Ну правильно. А потом мне сказали, что это масляное, я подумал, что, ну тоже очень, очень даже вкусно. А вот это что-то в томате, оно открой. Селедочки. Открой, пожалуйста. Открой вот это. Открываю. Вот это что? Ну так это далеко не томат. Ой, возьми вот эту баночку, я хочу. Какую? Вот эту вот. Когда-то я такое ел, это очень вкусно. А что это? Это селедка вот в таком вот соусе. Серьезно? Угу. Извращенцы, вы что? Туда сегодня вечером. Да я селедку и так знаю. А это что такое? А это в майонезном соусе. Не очень надо тебе? Нет. О, ты что? А ну, ага, давайте. Заворачивайте. Доброго уже? Вечера. Спасибо и вам. Мы из Украины. Договорились. Ой. Дуже дякую за это. Все? Ты что? Це скарб, елки-палки. Дуже дякую. Ага, в аквариум отпущу. Подожду, пока будут грамм по 600. И ребята, и вас в гости позову. Весь сгреб. Да, а что, такой дефицит, такой дефицит. Опа-на. Все, вот. Я хоть в нашу тачку это уже кидаю? Нашу, Сережа, ты нашу. Я сам замерз. Слышишь, ну что? Поехали. А что ты еще взяла? Ой, мы коляску забыли. Мы не забыли, она здесь. Забыли, это когда домой приедем. Ты
что купишь? Селедку достанем и скажем, опача, чего-то не хватает. Давай, давай, догоняй ты. Глупости такие говорить. Кольца. Что ты там шукаешь? Что-то подешевле? Раки эти нормальные. Серьезно? Да, турецкие, но они прямо как наши, очень вкусненькие. Просто до кипения, прямо вот в этой пластиковой фигне, да? Достал и хаваешь. Они, правда, там есть и вот такие, есть и... Так, а Марату Куриш Игорь, короче, еврей, в Израиле, ой, в Израиле, в Турции ходит, на витрине, короче, раки одесские с Израиля, продаются в Турции. Я не знаю, откуда эти, но надо их хоть потрогать. Потому что вот это вообще фигня, его кушать невозможно. Вот то, да. А вот это чисто как наши раки, они мягенькие, сладенькие. Слушай, так они уже в бульоне заморожены? Просто до кипения довел, в горячую воду положил, ага. И все, достал и в рассоле. Кушаешь. Катюша? Только тихо. Ты хочешь сегодня пососать? Только тихо, потому что я за ними охочусь. Я понял, все, все. Накрываем вообще. А надо их прикрыть креветками, понял? Короче, закидаем вот теми микро этими. Хорошо, все, берите, приятного аппетита. Давай, чао, какао, погнали. Оператор давай, он бананы твои любимые, что ты хочешь? А? Стоит, не едет? Я не пойду туда, в холодильнике. Катюша? Что-то фихуа? Нет. А что это? Ты как оно, с сопливыми булочками? Да, да, да. Ты же не помнишь, как мы на Шри-Ланке вот такие поморщенные самые вкусные были? Есть вот такое вот, но оно еще не очень. А вот то, что уже поморщенное... Серьезно? Ты хочешь, возьми себе. Я бы лучше вот эти глаза бы съела. Это помнишь? Личи. Да, это такое. И вот это тоже. Тоже? Это слизкое во рту погонять. Так. Я вот такую, помнишь, салфетку поменяла, да? Пачку Кэмела? Ага. Мы там ехали у дороги. Там же, на Занзибаре. О, физалис. Это с листьями, которые ты кушаешь, да? Для пищеварения полезно. А что ты, елки-палки? Ты не смейся. Это китайская вишня. Да, я знаю. Да. А еще это разновидность помидор. Способствует пищеварению. Ну, кроме шелухи. Ну, я так раньше рассказывал в ресторанах, когда на украшениях в салате было это все дело. Что были люди, которые у меня даже с листвой ели. Сейчас они тебя посмотрят и скажут, ребята, я Серега, извиняюсь. Серега. Ну, так полезно же, елки-палки. Оно же там все там шлаки выгребает, короче, и потом, ну, немножко утром дискомфортно, зато потом, ух ты, здоровье как. Главное, чтобы по глазам не ударило. Угу. Он эх вот ты. Не ел, теперь мучается. Да угости мне чем-то. Ну, бери, угощайся. Что тебе нравится? А что, вот по 159 или по 40? Конечно, по 40. Спасибо. Взвесил свои мангочки. Абрикоса, слива, персик, нектарин. Ты что, ассортимент шикардос, да? Угу. Это вкусная штука. Локшина. Согласен, я не спорю. Катюня, я нашел картошку фри. Витаем у метро. А сколько надо взять? Ну, парочку. Давай, чтобы два раза не бегать. Штуки 4. На завтра хватит. А что? Люди завтра придут в Адури кушать, а картошки нет. Короче, друзьяки от всей души. А где наша тачка? Полная. Надо еще за нее сходить, слышишь? А вот стоит пустая. Чья это? Там бокалы. А? Бокалы тут, видишь? Ладно, не трогай. Как раз такие, как ты хотел. А? Наверное, тебя ждут. Точно. Точно. Спасибо. А кто подбросил, Кать? Не знаю. Мы же вот в таких пили. Да, ты хочешь такой, да? Как раз тебе и мне. А стекло там в самом начале? Да. Все. Давай этот, снимаем обзор по-новому. Только уже с бокалами. Короче, друзья, я всей души с хорошим настроением для вас. Набирали, не знаю что, но все пригодится. На завтрашней это в Адуре. Оператор Милания. Дай бог ей здоровья и хорошего сна. Ну, я детский диплом. Всем пока-пока. Чао.